Всем зрителям доброго времени суток. Может, кому-то интересно, как работает массаж водительского кресла. В частности, я вам покажу на 5-м эспейсе. Смотрите, я вам даже подсветочку сейчас включу, чтобы все это было видно. Вот так у нас устроен массаж. Я снял обшивку вот эту, которая закрывала всю эту систему управления массажем. Смотрите, вот один моторчик, вот внизу второй. Они таскают через вот этот барабан, как я понял, тросики. А эти тросики там уже внутри, еще за этой обшивкой, каркас этот вдавливают и отпускают, скажем так. И, как видите, вот происходят здесь такие движения. Я помолчу, чтобы этот шум жужжания услышали. И вот так именно работает этот массаж. Ну, сложно назвать это полноценным массажем, это так, дополнительная такая приятная опция, скажем. Если кому-то интересно, вы можете себе купить машину с этой опцией, но я вам честно скажу, что это так, баловство. Если нету, то вы ничего не теряете. Так что вот, как видите, так работает массаж сиденья. Если обратить внимание на спинку сиденья, то можно заметить, как там какой-то участок надувается и сдувается. По-простому так скажу. Вот, это так работает массаж. А вот так, я вам еще тоже покажу, работает вентиляция сидений. Кулер такой довольно мощный, он запустился. Получается, тянет снаружи, туда в сиденье воздух. Послушайте, как он шумит. Вот это у нас вентиляция. Ну, а второй у нас именно там в сидушке, уже в поджопнике, скажем так. Я вам сейчас покажу пластину, которая, когда отламывается, тогда вообще не работает массаж, перестает. Вот, надо отогнуть обшивку, а лучше ее снять, если уже менять. Вот, видите, там такая пластиковая фигня находится. Вот бывает, что с ней, когда происходит поломка, там человек на драйве запись есть, 3D принтером ее печатали, воссоздавали. А тут ничего, по пластинам нет, тут подушка безопасности боковая находится. Смотрите, о том, что кожа Napa, тут гласит вот эта наклейка, что-то Napa, Brun, Ventile на французском написано. Ну и подводя итог, скажу, что еще раз, массаж это не очень нужная опция, гораздо важнее подогрев. Вот лично для меня подогрев, помощник мой пришел, не даст соврать, и в летнее время вентиляция сидений, потому что кожаное сиденье, они естественно нагреваются, не дышат, ноги не дышат, поэтому вот такие дела. Все, что вам по этому поводу хотел показать. Пока.